Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у Дисгае появилась прекрасная елочка. И специально для этого я прочитаю для вас стихотворение. Я в Дисгае приду нарядный, сдам инструмент свой неисправный. Увижу радостные лица, у нас тут боевая единица. Его тут сразу же посмотрят, по неисправностям поспорят. Не пустит слов на ветер мастер, потрясающий характер. Пока лечился пациент, я скидочный ловил момент, заценил ассортимент, и вот он, новый инструмент. И послушал тут примочку, и погладил тут сорочку. Мне не устроили разгрома, ведь в Дисгае как дома. Вот, собственно говоря, господа, приходите в Дисгае. Покупайте, чините, будьте довольны.